Самые уродливые экстримы. Что вы представляете, когда слышите данную фразу? Наверняка это что-то связанное с Crazy Man'ом или уровнями из 2.0. Но это будет как-то слишком банально, ведь не зря вам пришло это в голову первым. И сейчас я вам расскажу о самых уродливых экстрим-демонах, о которых вы могли не слышать, но они существуют в нашей игре. Но прежде чем начать, я хочу сказать то, что ролик является продолжением видео Негодного, где он разбирал уровни, которые нужно анрейднуть. И с его разрешения я сейчас делаю продолжение. Начнем с самого легкого экстрима на сегодня, это Instant Execution. Это, наверное, будет самый фановый уровень в сегодняшней подборке, потому что это еще даже не самое плохое, что здесь есть. Но что же можно сказать про сам уровень? Представьте черно-белый Crimson Planet, облегченный до сложности Insane Demon, и получится этот уровень. Огромное, нет, просто гигантское количество даунских переходов и неиграбельных частей. Этот уровень спасает только то, что он очень легкий, и его, в принципе, при должной тренировке можно натренить. Ну и чтобы вы могли насладиться декором и прекрасным геймплеем в этом уровне, я просто оставлю вас ненадолго. Долго наедине. И этот уровень заслуживает звания самого худшего апдейта за все время. Нет, серьезно, хуже этого был только новый Subversive бафнутый, но, к сожалению, его почему-то решили убрать. Видимо, с Fabrication'ом такое не прокатило. Уровень дебафа как бы был не особо играбельным, но сейчас я вообще сомневаюсь, что в это кто-то будет играть. Декор и геймплей в стиле AoE Level, в принципе, оправдывают свои ожидания. Этот уровень настолько всем сильно понравился, что я на него даже ни одного шоукейса не нашел, только вот от автора. Ну хотя, если так подумать, то я слишком многого хочу от уровня, созданного в 2.0, но тем не менее, можно было обойтись хотя бы без последнего апдейта. Но кто из вас бы просто не ожидал увидеть этот уровень здесь? Уровень, о котором просто уже нечего рассказывать, потому что все остальное уже рассказали другие. Благодаря мистику мы увидели огромное количество мемов, в том числе и тот самый легендарный Clubstep Monster. Не, я конечно знал то, что у Endlevel ужасные уровни, но после мистика я вряд ли увижу что-то хуже. Но думаю, парты Джонатана и Кермала говорят сами за себя. Это если что, недоебка, они реально самые худшие в уровне. И что больше всего бесит в этом уровне, это то, что все убогие парты находятся в самом конце, а самые более-менее нормальные в начале. Ну, естественно, самый худший долбоебский парт находится в самом конце, конечно, чтобы сливаться было чаще и приятнее на ласте. Ведь, понятное дело, этот уровень будет проходить только мазохист. Yeah.
этом у меня все. Это были самые уродливые экстримы игры. Там ставьте лайки, подписывайтесь, пока можете, пока не заблокировали YouTube. В общем, всем спасибо и всем пока.